Здравствуйте, приветствую вас на канале Nautic. Сегодня мы рассмотрим бюджетный аппарат от фирмы Acer, а именно Aspire ES1 523. Это приятно выглядящий, непритязательный ноутбук с Windows, который стоит дешевле 20 тысяч. Давайте посмотрим на него поближе. Крышка ноутбука, собственно говоря, как сам весь ноутбук, сделан из черного пластика. У нас тут имеется такой точечный волнообразный узор, отпечатки пальцев остаются, но не сильно, и логотип Acer. Итак, рабочая поверхность. Клавиатура полноразмерная, кнопка включения располагается здесь. Ход клавиш средний, есть яркий отклик, хорошо подойдет для набора текста. Мне, кстати говоря, даже поиграть во вторую Diablo было нормально с этой клавиатурой. Тачпад среднего размера, ну, так себе тачпад. Мне неудобно было им пользоваться, жесты практически вообще не распознает. Пользуйтесь мышкой. Диагональ дисплея у нас составляет 15,6 дюйма, разрешение 1366 на 768, покрытие антибликовой матрицей ТН. Но не спешите воротить нос, не самая плохая ТН, которая бывает в бюджетных аппаратах. У нее довольно неплохие углы обзора по горизонтали, по вертикали, все выцветает. Здесь вопросов нет, по горизонтали довольно неплохо. Даже два человека могут так смотреть и говорить: какие у тебя красивые цифры в твоей Excel-таблице, мне они нравятся, они большие, все как нужно. Что касается звука, здесь ничего особенного нету. Звук такой же, как у большинства бюджетных аппаратов. Для YouTube будет достаточно. Ну, по громкости есть вопрос, потому что даже на максимальной громкости он, ну, не сказать, что очень громкий. Используйте наушники, пользуйтесь колонками, слушайте плеер. Ну, приспособлены для этого вещи. Давайте. В отличие от большинства ноутбуков, у нас основные порты располагаются не по бокам. Здесь боков есть. Порты есть USB 2.0, есть картридер, комбинированный аудиовыход. Кстати говоря, здесь есть заглушка. Бывают и такие же аппараты, но с DVD-приводом. Имейте в виду, вдруг вам это нужно. А основные порты у нас находятся сзади. Я люблю такое расположение, потому что вы не делаете осьминога из вашего ноутбука, когда у вас здесь все подключено. Все аккуратно сзади, вы открываете и спокойно пользуетесь, не отвлекая внимания. И зарядка ноутбука также находится сзади, что опять же удобно. Левша или правша, неважно. Ну, не будет просто куча проводов по бокам. Мне кажется, это удобно, но большинству людей, скорее всего, это не зайдет. Что касается веса, то это 2 кг 400 грамм, а толщина у нас 2 см и 5 мм. В нашей конкретной модификации установлен двухъядерный процессор AMD E1 с частотой 1,5 ГГц, есть 4 ГБ оперативной памяти DDR3, максимально здесь 16, здесь 2 слота, и жесткий диск на 500 ГБ. Основным плюсом этой модели является то, что здесь установлен Windows, и вторым пункт Б это то, что он стоит дешевле 20 тысяч. Данная конкретная модель стоит 18,5 тысяч, что, в принципе, немного для такой печатной машинки уже с установленным Windows. Для кого можно порекомендовать такой аппарат? Ну, для тех, кому нужна печатная машинка с выходом в интернет, и кто не хочет тратить много денег. Можно купить дешевле? Да, в принципе, можно. С чем можно сравнить E1? Ну, наверное, с Celeron. Но если покопаться, опять же, с Windows брать аппарат с такой же диагональю 15,6 дюйма, то на то и получится примерно те же деньги. Тут хотя бы корпус надежный. У меня были на обзорах более производительные версии этого аппарата. Корпус здесь хороший, надежный, с охлаждением также проблем не будет. А так это E1, это E1, почти Celeron. Ему охлаждение толком и не нужно. Свои частоты он держит, работает нормально. Опять же, с ним никаких проблем нет, кроме того, что он слабенький. Так что, покупая этот аппарат, не надейтесь, что вы во что-то сможете поиграть сложнее первого Diablo. Может быть, Torchlight первый запустится, еще игра не требовательна. Но на этом все. Это отлично подойдет для школьников, студентов, которые работают с офисными редакторами, текстовыми разнообразными, табличными всякими программами. Опять же, можно посмотреть интернет. Здесь хорошо, что опять же есть 4 гигабайта оперативной памяти. Этого будет достаточно для какого-нибудь, там, не знаю, оперы, чтобы параллельно в четырех вкладках сидеть. Опять же, ютубчик можно смотреть, кино можно смотреть и хранить свои фотографии, видео, которые вы снимаете на смартфон. Если вы спросите мое мнение, то я скажу, да, аппарат слабенький, но в принципе своих денег он стоит. Опять же, мне нравится конкретно этот корпус. Ну, это я. Мне нравится, когда порты сзади. Мне кажется, что это очень удобно, особенно когда подключаешь его к телевизору. Кстати, его тоже можно включать в телевизор, проблем с этим никаких не будет, процессор без проблем это вытянет. Full HD без проблем. Вот, и цена 18,5 тысяч вполне оправдана за эту модель, с чем я рекомендую вам ее к покупке. Большое спасибо за просмотр и до свидания.